Полиция раскрыла сеть салонов, в которых оказывались интим-услуги. Подозреваемых в организации незаконных салонов задержали одновременно в 10 городах России. Съемки спецоперации в Чебоксарах нам предоставила МВД. Девушки работали по графику отдыха после массажа. В разных комнатах и все по 40 минут. Судя по оперативным видео, криминальный бизнес дислоцировался в северо-западном районе и прямо в центре Чебоксар. Представьтесь, пожалуйста. Нет, не надо. Спецоперации прошли одновременно в 10 городах России. Чебоксарах, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Уфе, Тольятти, Оренбурге, Самаре и Перми. Полиция задержала более 60 человек. Среди них организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов, в которых оказывались услуги интимного характера за деньги. Сотрудники управления уголовного розыска МВД России по Чувашской республике совместно с оперативниками других регионов и бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в организации интим-салонов и вовлечении женщин в занятие проституцией. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 и частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейскими проведены обыски во всех заведениях, изъяты денежные средства, которые были добыты преступным путем. В отношении 6 подозреваемых судом избрано меры пресечения в виде ареста. Еще один находится под подпиской о невыезде. В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.